Сейчас в темное время суток мы по пути в район Большого Солдатского, это недалеко от Суджи, чтобы посмотреть, как работают расчеты FPV, спецназа Ахмат. Работать будут в ночи усовершенствованными дронами, которые буквально вот только-только умельцы доделали под реалии вот именно курского направления, потому что здесь особые нюансы. Мы получаем дроны с различных источников, но, как показывает практика, дроны недоработанные. Мы с бойцами нашими дорабатываем их, делаем новые комплектующие, меняем видео, связь и передаем бойцам в отряды на передовую непосредственно. То есть мы облегчили им, как сказать, работу, чтобы они там занимались конкретно вот своей миссией. А здесь мы конкретно подготавливали их от А до Я. Получается, летел я, ну, залетел в блиндаж, и он не сработал. Ну, УДЗ-шка, она не сработала, от удара, может, не хватило, потому что легонечко так залетаешь и аккуратненько падаешь. Вот, и это не сработало. И пацаны снимают, под всем снимают и говорят, они, говорит, ее расстреливают. Ну, а там же там поражающего элемента на морковке обмотано, ну, достаточно. Тут, ну, хватает так, уж наверняка. Ну и все, он говорит, ну походу они, говорит, все 300. Я говорю, почему? Ну они, говорит, ее расстреливали, но она, говорит, сработала. Это не позиционная война, вот здесь, да. Если там на Луганщине, вот Бахмутом, там они уже окопались хорошо, и их выковыривать оттуда очень сложно, то здесь они не имеют, может, не додумались, а может, просто хотели нахрапом зайти, ну вот уперлись в спецназ Ахмат. Ну и соседнее подразделение, там пятнашка. Учитывая, что они не окопались, давить их, оттягивать их назад, там, отталкивать проще. Это же Курск. Это наша земля испокон, и тут нельзя делать ошибок, и тут нельзя отступать. Так что Курская дуга, дробь 2, вас ждет, ребята. Мы здесь, скоро будем там.